понедельник, 18 апреля, во Дворце детского творчества прошло торжественное открытие областного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2016». Главная цель конкурса – развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержка тонких технологий в организации образовательного процесса и рост профессионального мастерства учителей. В 2016 году в конкурсе приняли участие 26 конкурсантов. Победитель конкурса будет выдвинут оргкомитетом для участия в заключительном этапе в финале всероссийского конкурса «Учитель года России-2016». С приветственным словом к участникам и гостям конкурса обратилась заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина. Добрый день, уважаемые коллеги, родные, милые, талантливые, неугомонные, творческие, креативные. Разрешите мне от имени губернатора Рязанской области Олега Ивановича Полева приветствовать всех. Дорогие друзья, сегодня здесь, в этом зале, жемчужины профессии педагога. Поаплодируем! Каждый раз, выходя на сцену, каждый из выступающих думает, что же нового сказать. Вы знаете, сейчас смотрела открытие, которое нам показал наш дворец детского творчества, ребята, педагоги, наш десантное училище. Знаете, это уникальная история. История великих людей 19 и 20 века. Но у них были учителя. Так мы услышали Циолковский, еще раз вспомнили Есенин. Они были своеобразные, они были личностями. Да, они не смогли закончить школу, как полагалось. Но каждый педагог, у кого не учились, помог им главное сделать. Это желание познавать мир. Желание познавать мир таким, какой он есть. И это, наверное, самое главное, что вы дарите нашим детям. Что еще? Конечно же, вы дарите, это самое главное для каждого человека, сказать ему, чтобы он понял, что он уникален. Вот он такой, как он есть, он уникальный. Лена, Света, Игорь, Вася. Со своими способностями, те, которые есть, но желанием на этой земле жить и любить, желанием сделать лучше себя и лучше других. Но я хочу сказать, дорогие друзья, о том, что каждый из нас, надеюсь, доживет и увидит ваших учеников, которые прославят не только Рязанскую область, но и Россию, и также им будут аплодировать, как мы с вами аплодируем нашим землякам, дорогие друзья.